вторая локация наша. Опять. Нам нужно сейчас сундуки открывать, да. Пока что вазы не будем трогать. Рыбу тоже пока что ловить не буду. Давайте откроем для начала один сундук. Один. Ладно. Так, вот сундук наш. Мы его сейчас открываем. Так, проходим задание. Смотрим следующее. Исследуйте несколько лабиринтов. 0 из 3. Окей, нам нужно сейчас лабиринты исследовать. То есть нам нужно как можно быстрее найти ключ в этом лабиринте, да? Окей, давайте тогда искать ключ здесь. То есть нам нужно найти сам ключ, и нам нужно убраться как можно быстрее с этого лабиринта. Так, здесь можно было бы потратить динамит, но туда нет смысла дальше идти, да. Вот сюда нам нужно проходить. Так, если нам нужно исследовать три лабиринта, то я думаю, вазы можно уже открывать. Так как они дают ценности, плюс там что-то, ресурсы какие-то. Поэтому это мы сейчас все откроем. Окей, и что дальше? Не знаю, что говорить, но пока открываем вазы. Так, я думаю, вот этот ключик где-то вот здесь находится. Я, конечно, это только я так думаю, скорее всего, но он, возможно, и снизу находится, но у меня какое-то чувство, что он здесь где-то будет. Так, его там нет. Но здесь есть сундуки. Если его там нет, вот еще два сундука вижу. То есть сейчас я не стараюсь очистить эту локацию. Сейчас я стараюсь найти ключ и свалить с этого острова. Странно прозвучало, но да ладно. Нам же, по сути, нужно не расчищать все острова, а нам нужно пройти больше всего островов. А чтобы пройти вот данную локацию, данный остров, и проплыть на следующий, ну как остров, это ж лабиринт вроде, да? Мы его сейчас покидаем и переходим в следующий лабиринт. Так, думаю, в этот упрощенный режим перейдем. Вот, да. Так, кальмаров я трогать не буду, я экономить буду энергию. Смысла не вижу миллиарды изумрудов получать, поэтому кальмаров оставлю в покое. Так, окей. Ключ находился в этом углу. И открываем дальше. Открыли. Отлично. Так, ценности открываем. Рыбу не ловим. Смысла нет тратить удочки и наживку. И отправляемся на следующую локацию. Ну ладно. Встретимся в следующем видео. Как-то очень быстро мы все это прошли. Погнали дальше.